Ну что, всем салют, Топ-Топ Херес, пятничный выпуск, обновление, день благодарения. Долго не будем затягивать, давайте просто посмотрим сейчас все всевозможные тут награды, какие есть. Вот. Ну, все стандартно, за активность, за всякие мародерства и прочее. Вот. Рамку хотелось бы вытащить, я думаю, что, может быть, постараемся затянуть данный ивент. То есть, ну, автоштурм, все стандартно. Ничего нового кардинально. Я думаю, что мы сделаем таким образом, что поднакопим, и в конце недели я еще сниму видос. Вот. Помоги. Таким вот образом сделаем. Вот. Ну, то есть, день благодарения мы отснимем потом, когда вот этих тыков наберем там пару сотен тысяч. Вот. Ну, конечно же, в магазине надо точно набрать. Вот не на этот кристалл, но хотя бы полтос. Вот. Все, вот таким вот образом будем делать. Вот, ну и, соответственно, в магазине у нас все стандарт. Давайте попробуем тогда посмотреть общий ивент. Тут по сундукам давайте призывы сделаем, соточку. Да и все, в принципе, что тут, Мэнпо, Шарон, Сигурд, все ребята наши стандартные. Не забывайте каждый день забирать ключи на протяжении 100 дней, да, там 100 дней, да, 9 из, ну, в общем, 1000 ключей нам гарантировано. Вот, такие вот пироги, ну, давайте освободим сейчас ячейки, наверное, да, и попробуем... И попробуем сейчас призвать. Не знаю, что из этого выйдет. Но посмотрим. Опять же, контент должен какой-то быть. Несмотря ни на что. И обмен энергии потом глянем, что это такое. Пока, опять же, я не знаю, что это за движуха. Как она идет, с чем она работает. Да, слоты у меня есть. Можем сейчас пооткрывать. Так. Ладно, давайте, время не теряем. На обмене пока что не набрали мы еще колбы. Напишите, как, кстати, этот энергию там набирать. Пока не знаю. Вот, поэтому давайте сначала бесплатно сделаем один призыв. Вот, и попробуем. Попробуем сейчас что-нибудь сделать. Десятку. Полетела десятка первая. И сразу пятерка, смотрите, как выпала. Две. Ничего себе. А, X100 хотел. Ну, когда-нибудь X100 мы долбанем. Пока что, наверное, рано. Но зато прикиньте, какой контент X100. Когда, не думаю, будут ячейки в большом количестве. Ну, видите, выпало в начале. И сейчас уже вот 40. Призвали, ну и нифига не падает. Вот полтос уже тем временем призван. Ага, вот пятерка. Вот 60 уже призвано. Это, конечно, радует, что вначале выпало, а сейчас нет. Ну, видите сами, выпадение потом 80. Ага, вот. Вот, потом у нас 90. И будет сейчас, конечно, соточка. Вот, соответственно, последняя сотка. И будем смотреть вообще, что выпадает. Ну, вот такая вот пятерка. Хорошо. Дальше. По идее, сейчас вот здесь вот в день благодарения нам должны выдать. Получаем 10. Получаем сотка. Активности, шестизвездные квесты. Кстати, насчет квестов. Тоже спрашивали меня. Сейчас глянем. Вот они обновились. Можем их сделать в теории. Где они у нас, эти квесты шестизвездочные? Давайте за 5 ускорим.
Раз. Шестизвездочный. Сейчас второй получается у нас. Давайте два. И третий. Три. Все, три получается у нас в наличии. Итого еще 60 тыков. Ну, тут много у нас вариантов. Есть семизвездочные. Мародер. Купить предмет. Кстати, мародера можно еще же пробить. За 120, да, получается, алмазов. Да, не шутка. Это не шутка. Ну и, соответственно, здесь можно получить еще десятку. Потихоньку идет. Идет. А здесь тоже не забывайте о том, что можно совершать покупки. Вот. Но опять же, такие элементарные. Чтобы... Сотку опять же можно призвать, а тут смотрите, 1/14. То есть 2 недели дается на прохождение вот этого всего дела. 2 недели, конечно, набрать все можно. Ну, на этом все. Всем пока-пока. Все, что хотел посмотреть.